При содействии приходов Лобни в городе прошел День донора. Сколько горожан приняли участие в акции, узнала Анна Рождественская. Участницей Дня донора, который проходил в этот раз во Дворце спорта, Валентина Комиссарова стала в 40-й раз. Я думаю, что своей кровью помогла людям, которые болеют, потому что сейчас много больных детей, которым нужна помощь. Донорскую акцию совместно с приходами Химкинского благочиния, в состав которого входят и храмы Лобни, проводили сотрудники выездной бригады Московской областной станции переливания крови. Медиками было установлено, что лучше всего организм переносит значительную кровопотерю в утренние часы. Поэтому у большинства людей кровь принимают до полудня. Участниками акции стали 45 человек. В результате более 20 литров донорской крови будут направлены на лечение детей, страдающих онкологическими заболеваниями. Это дело доброе, это на самом деле замечательно, то, что люди откликаются, приходят, участвуют в этой акции. Каждая единица крови может спасти не одну, а несколько жизней. Участники Дня донора призывают молодежь не обходить подобные акции стороной. Присоединяйтесь. Молодежь сейчас хорошая, очень у нас здоровая, так что пускай тоже сдают, не боятся. К сожалению, чаще всего о донорской крови люди задумываются, когда беда касается их лично или нужна помощь близким. В действительности же потребность в донорской крови в организациях здравоохранения нашей страны велика. Она нужна, например, получившим тяжелые травмы в ДТП, роженицам, больным онкологией во время различных хирургических операций. Компоненты крови и сама донорская кровь, она помогает, то есть один донор помогает трем людям, нуждающимся вот в экстренных ситуациях переливания крови. В акции могли принять участие все желающие. При себе необходимо было иметь паспорт. Доноры прошли бесплатное медицинское обследование, получили справку об освобождении от работы на 2 дня, а также денежную компенсацию на питание. Анна Рождественская, Константин Петров, Михаил Жуков, телекомпания «Лобня».